Приветствую зрителей своего канала. Вы находитесь на синхронизации моей жизни. 26 июля 2022 года. 16:05. Я уже давненько на своем канале, то есть стал записывать видео. Покупка дома, дачи по цене садово-огородного участка. То есть на видео стараюсь говорить число и время, когда записываю ролик. Ну так, скажем, там же я ничего не синхронизирую. Такой камушек на фундамент. Да или так, возле дома для красоты. Вот, положить. В общем, поэтому очень стараюсь записывать. Так как находитесь на синхронизации моей жизни, в основном записываю для себя и своих подписчиков. Вот. Хотел провести стрим, но связь то ловит, то не ловит. И вот, в общем, там вот дети отдыхают, костер жгут, то есть толпой. А я, получается, попробовал сходить в лес, там до шеи травы. И посмотреть, в общем, грибы там есть или нет. Такой сосновый бор. Вот. Но он заросший. Не стал его на видео снимать. Что такое? Яблоко. Кто-то потерял, да? Кто-то потерял. Вот, в общем, решил к реке Волга, то есть спуститься и на диком пляже, то есть искупаться, где ребята там, детвора, в общем, находится. Вот, а основной пляж, получается, организованный где-то, ну, отсюда где-то километр, может, километр с небольшим. Я спросил, что можно пройти по берегу. Он говорит, можно. Единственное, что надо немножко подняться будет, ну, то есть в лесок, по лесу пройти. А я говорю, а если по Волге, по берегу? Он говорит, да, конечно, можно. Единственное, говорит, камней много. Вот. Искупаться у меня так и не получилось, потому что много ила. Много ила. И вот он прям высок какой. И вот он прям, то есть, затягивает. Дело, скажем, очень опасно. И плюс дело даже не столько, сколько в иле, а то, что есть водоросли. Вот. Эти водоросли, получается, ну, то есть вот тут вот, смотрите, вот вроде все чисто, да? Вот, смотрите, я вам сейчас покажу. Так. Вот вроде все чисто, да? Вот они, водоросли. Вот они. И они где-то идут метров где-то, метров 50 где-то примерно. То есть пока по водорослям идешь, естественно, что ил-то тоже немного затягивает. В общем, не стал я купаться. Вот. На основном пляже или пляжу, как там правильно говорится. Хотя мне, если честно, одно. Вот такие ровные камушки. Вот чисто под фундамент вообще бомба. Тем более собираюсь тебе пристройку делать, комнату, студию. Не могу никак все время не то смонтировать. Сегодня рассортировал видео, там получается по месяцам освободил телефон. То есть буду выпускать на втором канале Олег Гараж 5185 большими буквами БМ, бизнес, молодость. Там буду
буду выпускать. Вот тоже водоросли, видите? Четко даже видно. Сразу, то есть, в день, вот сколько будет в видео, то есть, ну, немножко, так скажем, на 3 дня немножко запасом. Вот. А так, по максимуму. Кто захочет, тот посмотрит. Все будут в плейлисте, рассортированы. Скорее всего, это видео сделаю премьерой, чтобы провести небольшую трансляцию. Но тут вот, я думаю, навряд ли какие тут грибы есть, если честно. Блин, галима, когда пахнет дурманом. Вот для меня в лесу самое плохое, жесткое. Вот бабушка еще, царство небесное, грела. Я тогда, помню, дышался несколько раз, было вообще плохо. Сейчас ребятишек спросим. Здравствуйте. А до пляжа сколько метров примерно? Не знаете? Ну вот так, если пройти, то можно до основного, да, дойти? Да. Да? Ну то есть, как бы нормально тут этот. Нету ни ям, ни обрывов, ничего такого, да? Нормально все. Дети лучше всего знают. В таких вопросах дети знают лучше всего. Волга как плещется. Это то, что сюда сейчас прошли. И вот плещется все. А это вот такие вот обвалы. Какие корневища. На улице около 30 градусов в тени, ну так скажем. Я, если честно, думал, что в Ярославле в июле будет гораздо жестче, но было несколько раз, когда 38 градусов было в области. Вот, блин, красиво вообще, конечно. Вода теплющая, хотя поначалу была немного прохладная. Скорее всего, слышимость не очень плохая такая. И 8 градусов 38 где-то было, ну еще, то есть 30 переношу нормально, свыше 30 до 35 уже не очень. Свыше 35 уже очень плохо переношу. Вот. И думаю, что этот самый. А тут по телеку посмотрел, когда с дома приехал в квартиру, получается, стал смотреть новости. И там вот Италию, Великобританию, Данию показали. Мужик там находился в этом. Извините, а тут можно так пройти или лучше так, поверху? А вот эти ребятишки по лесу ходили, да? Через кусты. Пройти можно, но ебано. А здесь, да? А тут не пройти вообще, да? По воде? Да. Да тебе проще, братан, вот здесь подняться. По воде легко. Тропинка хуёвая, но... По колено, кстати, будет. По колено? А, ну вот эти, по-моему, вообще по воде шли. Ну ладно, 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 сейчас пойду по воде. Я думаю, нормально пойду. Самое главное, чтобы обрыва резкого не было.
до колена. Нормально тогда. Люди рыбу ловят, отдыхают. Что-то мне уже говорил, то уже забыл. Ой. А, человек, в общем, в Дании или в Великобритании в мусорном контейнере, в общем, он говорит, охлаждается там полной водой. Он говорит, я, говорит, не могу, говорит, дома находиться, потому что сильно жарко. И, в общем, у людей начали больше половины населения стали обращаться, то, что у них панические атаки. Вот. И у меня, кстати, тоже, наверное, где-то, ну, в общем, раза три дня где-то было периодически, что я думал, вообще упаду просто реально в обморок и потеряю сознание. Вот. То есть реально было и плохо, и даже не то, что было сильно плохо, как именно вот паническая атака такая была жесткая. Вот. Так, ну можно сюда подняться. Ну ладно, если я уж иду по берегу, по воде, так по воде дойду. Так, человек примерно идет со скоростью 5 километров в час, да? Ну, я хожу быстро, километров где-то, скорее всего, 7 в час. Ну, пусть, не знаю, может, чуть меньше. Получается, что сейчас где-то за 15 минут я прошел километр чуть больше, да? Километра где-то, так, там не видно, километра где-то полтора. У меня, кстати, приложение есть довольно четкое, в общем, не обманывает. Так, ну давайте тут, наверное, тут уже, я думаю, глупо идти по зарослям, когда есть дорога. Вот. Не люблю особо подниматься вверх. Вот, проще по воде пройти, когда это можно. Так, ну все, в общем, за 15 минут получается прошел. Ну тут реально километр точно как минимум. Я сейчас не спеша иду, поэтому как-то так. Ладненько, подписываемся на канал, пишем комментарий, сейчас загружу ролик. Возможно, вечерком будет возможность, искупаюсь, запишу еще видосик. Хочу дальше исследовать берег. Красиво, да? Смотрите, как сколько корней и какие корни, да, у дерева. Так что ходите аккуратно по берегу реки Волга. Есть ил и заросли. Также смотрим плейлисты.